вот первый раз, ребят, так, видите, двухполосная дорога. И почему-то платная оказалась вообще, первый раз так вот в Греции встречаю. Мы уже проехали немало километров, уж скоро выезжать из Греции будем. И дорога такая вот. Иногда вот такие вот туннели под мостом будет проезжать, платные дороги. Вот частенько такое бывает, вот здесь хорошо мост 5 метров. Вот вчера я попал, мост был 3 метра всего лишь. У меня вот 2,80 автодом, я проехал. Здесь, конечно, у вас будет 3,30, например, альковый. Вот здесь уже придется разворачиваться. Вот, конечно, такие попадалы вот тоже есть. Так что, ребят, тут лучше покупать дом пониже немножко, если ездить по бесплатным дорогам. А то вот эти туннели, мосты бывают разные. То сверху хорошо, а вот снизу бывают мосты не очень. Дорога идет сверху, прямо над морем. Такая красота. Отбойники стоят такие с поворотами, конечно, удобно. Вон какая-то крепость стоит сверху. Приехали в такое удивительное место. Где-то 15 километров от Екатерине. Называется вот. Дорога идет прямо здесь рядышком, платная, бесплатная. Можно прямо на автодоме съезжать. Ничего нет, и вставать так вот. Можно здесь на парковку. Мы вот здесь пока встали, не будем здесь оставаться. А так можно вполне поближе съехать и встать прямо на парковочку вот сюда вот. Вот прямо к морю. Вот видите, тут автодомик уже какой-то старенький стоит. Здесь все бесплатно. Пожалуйста, вставайте. Вот гора Олимп. Видите, здесь вот немножко. Сейчас приближу. Вот немного ее видно. Вот. Мы уже проехали. Очень хорошее место. Координаты, ребят, точка здесь будет в описании. Можно заехать, прям дорога рядом. Останавливаться здесь и жить. Хожу прямо к берегу. Автодомик стоит. Здесь, конечно, такой мощный обрыв. Видите, вот, ну да, я думаю, здесь, наверное, тропинка-то вот там вот есть тропинка, как спуститься. И вода, видно, очень чистая. Уже идет закат. Вот здесь вот рядышком начинается пляж. Такой. И здесь вполне можно останавливаться. Конечно, бумажки валяются, видно. Много народу приезжает. Останавливаться можно здесь спокойно спать. Шума, в общем-то, если вот сюда подъехать, уже почти не слышно. Вот там идет платная дорога, бесплатная. Здесь отлично. Вот здесь стоит даже мусорка. Мусор выкидывать. И недалеко деревушка. Поэтому, ребят, место замечательное. Остановились попить кофе. Милый приготовил такой, типа, полдника небольшого. Вот хлеб жареный. С маслинами протертыми. Ну и кофеек немного еще. Пока время часочек 5 вечера. Можно попить кофе. И ехать дальше. В Катерине. Нас выводит навигатор бесплатных дорог опять на платную дорогу. Видно, может быть, уже проехали пункт платежа, то ли не знаю. В общем, сейчас вот выезжаем, потому что там будет мост, дороги что-то не видно. Вот пока прокатимся по платной. Мы заехали в город Катерине. Тут, конечно, везде шубы, но все-таки мы в Греции. Ребят, мы припарковались. Что, конечно, интересно, может, есть маленький минус в нашем путешествии, то, что у нас две машины. Получается, заехав в город, мы должны с краю города, километра за 3-4, припарковать свой автодом, найти парковочку спокойную, чтобы было все безопасно. И потом, конечно же, приехав в центр, но уже на легковой машине, еще найти вторую парковку. Поэтому вот в этом маленький минус есть при посещении городов. Заехать в город нужно найти на две парковки. Но плюсы зато больше, а то мы погуляли, никаких отелей искать не надо. Сразу он точку я поставил на навигаторе. На рековушку сели, 3 километра, и мы в автодоме, и бай-бай. Никаких отелей, ни за что не платим, и это супер. Вот такой же здесь центр вышли. Вечером так активно народ гуляет, ходит по магазинчикам. Ну, понятно, тут кафушки. Здесь, конечно, ребят, тоже атмосфера такая, прям, блин, такая летняя. Посидеть можно на лавочке даже. 11 градусов сейчас вечером будет. Обещаю через денечек морозы, но пока вот такая вот погодка. Все цветет, растет. Очень хорошо. Город такой тоже очень живой. Но с краю такой спокойный. По краям. Вот мы въехали в центр, тут да, тут люди гуляют, ходят. Видите, велосипеды. Это здесь сейчас норма. А, вот такая гуляльная улица. Катерине, ребят, славится тем, что у нее какие-то полушубочки хорошие. И цены такие достаточно экономичные. Вот у меня милая захотела в него заехать.
И сейчас мы посмотрим, как здесь все выглядит. За сегодняшний день смотрим второй город. Но уже усталость, ребята, есть. Вот уже время 7 часов вечера. Уже подустали, потому что проехали 80 километров до Ларисы. И вот уже с Ларисы проехали 86 километров сюда. И уже нам осталось всего 80 километров с чем-то до Салоников. Только сегодня, конечно, мы не поедем. Сегодня останемся здесь. Но уже мы приближаемся так к северу Греции. Там вот мы списались. Мне сказала несколько девушек замужем за греками в Салониках. Написали мне в Фейсбуке, говорит, свистите, как будете в Салониках, обязательно встретимся попить кофе. Но это я про то говорю, что спрашиваю, как я знакомлюсь, как мы с супругой знакомимся вот с ребятами разных стран, где кто живет, иммигранты. Вот мы пишем в Фейсбуке, и вот, соответственно, там пишем, что мы такие-такие, путешествуем на автодоме. У кого есть возможность, мы были бы не против попить с вами кофе. Точнее говоря, вы бы не против были попить кофе. И нам отвечают, что не против. Кто отвечает, что не против, пишу в личку, и мы там договариваемся, уже когда что попить кофе. У кого когда есть время. Кстати, вот, ребята, так красиво, смотрите, какие фонтанчики. Вот сегодня 30 января, а видите, как фонтанчики работают отлично. Вот такая погодка здесь. Ребят, мы утром просыпаемся, видите, у нас уже все, аппарат готов к соку. Милая нарезала, и сейчас мы будем делать натуральный сок. Прямо в автодоме, ребят, даже не в кемпинге, а просто в путешествии. Вот с утречка мы немного выделяем время для того, чтобы вот попить натурального вкусного сока. Тем более апельсины здесь копеечные, можно вообще их бесплатно нарвать. Но если нарвать, хотя бы очень дешево купить и сделать такую вкусняшку. Вот вчера вот специально купили, попробуйте, с грейпфруктом таким вот продаются. Они стоят в два раза дороже, но если смешать их с обычными апельсинами, вообще получается еще вкуснее сок. Сегодня мы так ночевали в городе Катерине, друзья. Не удивляйтесь, мы уже недалеко от Салоников. Такое вот спокойное место. Вот сзади нас сегодня стояла фура, уже уехала. И сегодня такая классная погода, яркое солнышко, прям тепло. Очень классно. Приехали мы в городочек вчера вечером, даже успели прогуляться. Очень было хорошо. Вот хорошее местечко, все было очень спокойно. Поспали сегодня. Сегодня уже мы едем в Салоники. Вот сейчас у них магазин работает сегодня в среда до 2:30 дня. Вот мы сейчас погуляем до обеда и уже тронемся дальше в наше дальнейшее путешествие. Списались по Фейсбуку с несколькими людьми. Вот, может быть, сейчас с одним из них встретимся. Кто-то, может быть, еще напишет, пока мы едем, чтобы нам пообщаться именно с русскоговорящими жителями Салоников, а точнее даже жителями Греции уже. Вот тут рядом такой домик интересный, посидеть можно. Такая веранда, хоть даже зима, вот такая погодка, ребят, здесь зимой. Сегодня мы вот здесь машину поставили, тоже недалеко от нашей точки вчерашней. Вот специально, чтобы ходить не волноваться, а то паркинг где-то 2-3 евро в час бывает в центре стоит, здесь идти 500 метров. Вот они тоже паркуются куда угодно. Мы вышли прогуляться сегодня уже утром, выспались сегодня после вчерашнего вечера. Вот так вот выглядит центральная улочка города Катерине днем. Вчера, конечно, интересно было, ребят, зашли вчера в турагентство. Мы тут все-таки пока еще планируем куда-нибудь, может быть, махнуть на феврале. Там вот Дубай, ну где потеплее, в общем, чтобы купаться можно было. Здесь все-таки прохладненько, в курточках ходят, хотя погода где-то 12 градусов, все равно тепло. И в турагентство зашли, там, конечно, Юля разговаривала на английском прямо. Такая женщина очень была агрессивная, видно, директриса, хозяйка агентства. Прям так с нами плохо очень разговаривала, с таким надрывом и неприязнью. Может быть, мы, конечно, не сказали, что мы там с Россией. Она, наверное, поняла, что мы, ну, понятно, что мы не греки, потому что на английском разговаривали. И, в общем-то, с такой неприязнью она болтала, разговаривала. И сказали, что горящих туров здесь вообще нету, таких вот откуда-то лететь. И вообще такие цены назвала бешеные. И с таким вот прям, чтобы мы быстрее из этого турагентства ушли. И не очень нам понравилось такое отношение. Нам, конечно, сказали, что греческие женщины не любят вообще русских женщин. Ну, вообще русскоговорящих, потому что, видно, тут идет конкуренция за мужчин. И очень много русскоговорящих женщин отбило. То есть развалили семейные браки греческие и женились на русских. И вот такая неприятность.
приехали в городок Паралина. Сейчас он стоит умерший. Никого нету. Сезон начинается только в мае. В мае здесь приезжают отдыхать. Здесь шумное местечко около города Катерини. Юле подсказали, говорит, сюда приехать посмотреть. Всякие шубы. Уже нам где-то 70 километров. Навигатор нас ведет по платной дороге почему-то. Там, конечно, съезжаем дальше. Там специальный какой-то мост есть интересный. Я прошел дорогу. Только по нему можно проехать. Или объезд такой достаточно дальний, километров на 30. Вот такая вот специфика. И, в общем, интересно их по этим греческим дорогам. Конечно, если их уже немножко знать, хотя бы раз прокатиться, уже будешь знать все. А вот так вот первый раз ехать, приходится как-то специализироваться и сразу подстраиваться по ходу действия. А это посложнее. И, ребят, мы снова с вами. Точнее говоря, мы также с вами. И едем дальше в Салоники. Продолжаем наше путешествие. Уже полтора месяца, как мы в Греции. Мы оплатили дорогу. Там как раз, как я и говорил, где нужно вот это объезжать. Именно вот эту речушку там далеко, 30 километров лишних. Как раз здесь они и берут оплату, прямо на этом месте. С меня взяли 5,40, 5 евро 40 центов. С Юрой взяли 2,20. Больше через 10 километров, он сказал, еще один будет. Но здесь опять тоже навигатор уводит куда-то влево, там объезжать нужно. Наверное, мы тоже прям проедем, может, тоже будет недорого. Не хочется объезжать, там тоже какой-то кусок. Здесь что-то взяли с меня почему-то евро 20. Непонятно, как. Тетенька, видно, ошиблась. Такая оплата. Сейчас уже в Салонику больше ничего не будет. Хотя должны были 3 евро взять, как по категории. Но там до 2,70, оказывается, 2,70, это вот до 2,70, 2 метра 70. Это легковая, а у меня 2,80 раз. У меня уже получается другая категория. Ну, девушка, видно, ошиблась, поэтому взяла по минимуму. И все, ребята, до Салоник мы уже едем бесплатно. Едем по объездной. Такая, конечно, объездная. Не пойми чего. Еще, видно, доделанная. Тут две объездных-то. Это вот, которая была поближе все-таки к центру города. Как типа Садовое кольцо и МКАД. Вот мы едем по Садовому кольцу. МКАД был дальше, еще не поехал, он слишком далеко объезжал. Ну, мы вот едем на дорогу, которая идет на Халкидике. Наша знакомая живет с другой стороны Салоников, страны этих пальцев. Я в этом городе был два раза, в разное время, 12 лет назад, 2 года назад уже на автодоме. В общем, буду еще раз знакомиться поближе уже. Я думаю, на несколько дней мы здесь задержимся. Ехал в город здесь, с другой стороны уже Салоник, конечно, такая горная местность. Стою прямо на горе, там еще ниже горы, мне сейчас направо. Конечно, здесь так вот. Вот такие серпантины лучше не попадать, или по ним прям аккуратно ехать. С горы еду прям, конечно, хорошо очень. Автодом притормаживает коробкой. Конечно, с горки так хорошо, мне досталось 300 метров. И, конечно, вот такие вот улочки, они уже не очень нравятся. Не любят сильных автодом, потому что развернуться сложнее, неудобнее. Такие вот перепады сильные. Но ездить можно. Лишь бы только все было аккуратно и не торопясь. По навигатору, спокойно. Ребята, и мы вот приехали в городочек Салоники, встретились с ребятами Мира и Макис, друзья наши. Привет. Расскажите про Грецию немножко, про эти моменты. Как дети учатся? Да, нет, и про отношения именно в Греции. Церковь отделена от государства. Церковь имеет очень значимое место. В школах, например, дети... Перед тем, как зайти в школу, строятся на линейку и молятся всей школой. Вау. То есть это всегда так было? Всегда так было и всегда так есть. Нынешнее правительство сейчас Ципрас хочет как-то, хотят это как-то отменить. Ну, вроде бы закон вышел, но фактически не отменено, потому что мой ребенок ходит в школу и каждое утро молится. Вау. То есть это не отменили? Либералы сейчас у власти? Ну, получается. Греки, они глубоко верующий народ. Для них это... Очень, очень важно. Все хотят молиться утром на линейке. То есть никто против этого не выступает. Но можно написать заявление, например, На религиозный урок можно не ходить, но для этого нужно писать заявление. Ну, как бы, опять же, ребенка отделять от класса. Понятно. То есть у него будут тыкать пальцем, это не очень. Ни один родитель не возьмет. Ну, какие-то глубоко верующие мусульмане, может.
хотят это сделать, да? Ну, к ним и отношение будет другое. Делают сейчас уже в северных, в Ксанфе, в городах очень много мусульман. Они, конечно, не молятся. Но их и в классе детей много. То есть они не отделены, то есть у них есть свои компании. А я еще вот, Мира, отметила вот за последние дни, мы вот там не чувствовалось у нас, когда мы были в Каламате, а уже стали когда подниматься, прям вот какое-то отношение женщин вот ко мне, как женщине, если, например, я без Алексея, очень агрессивные они, ну то есть нерадушные. Да. Мужчины прекрасно относятся, все объяснят и с удовольствием. Я тебе... А женщин в Греции очень много русских наших девочек. Очень много. Мужчины греки очень любят русских девочек. Да, да, да. То есть у них прям отношения с их стороны. Естественно, открытая агрессия англичан. Они типа, прям в последнее время очень чувствуются. Типа конкуренция такой, да? Ревность? Ну, возможно. То, что, скажем так, их место занимают, да? Возможно. Да. Моему мужу неоднократно говорили, что ты не мог себе найти хорошую печатку. Это... Да. Так а здесь же вообще, скорее вообще 99% женщин курят гречанок, правильно? Они вообще тут... Русские тоже курят. Русские тоже? Русских тоже очень много. Так сейчас это бум.